я видел какую-то машину, она такая длинная. Всем снова привет! И сегодня едем с вами кататься по МЦК на двухэтажном Штадлере H2, который был запущен 25 августа до 8 сентября в тестовом режиме. Всем отличного настроения, приятно со мной покататься на Ютубе. Ну а сейчас поехали! Уважаемые пассажиры, за несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность.
Ивановна. Сколько красок? Мама, здесь сажайся, на карте.
Уважаемые пассажиры, за несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность. Да.
Спасибо.
Учи уроки. А сколько меня? Ну, сколько ты не снес? Я сейчас уже в поезде еду, сейчас проехал Стрешнево, сейчас впереди у меня Панфиловская. Вот, пол четвертого он может быть. Хотя я не могу сказать, что пол четвертого. Колес.
как вам новый поезд на МЦК? Мне очень понравился, суперкомфортно и необычно. Теперь жду ваших комментариев. Станция Мини-Миха. Станция Мини-Миха. Станция Мини-Миха. Станция Мини-Миха.
экспрессом в аэропорт Шереметьево. Еще готовим. Платформа слева.
Переход на станцию Кутузовская, Селевской линии. Уважаемые пассажиры, 2021 год объявлен в Российской Федерации годом науки и технологий. Мы по праву гордимся достижениями российских ученых. Уважаемые пассажиры, за несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность.